Спасибо, что включил с тобой Герасев. И, ребята, сегодня мы подготовили для вас кое-что по-настоящему страшное. За моей спиной находится то, что мы делали последние 2 дня. Продумывали 7 мелочей, которые могли как-то повлиять на процесс. И поэтому я больше не затягиваю. Знакомьтесь с нашим творением. У нас есть 4 пары участников. Сегодня им придется побороть страх утонуть. Каждая пара по очереди залезает в так называемый аквариум, куда бесперебойно и с одинаковой скоростью наливается вода. Как вы понимаете, наш куб водонепроницаемый, соответственно, уровень воды постоянно растет. Участники могут пить эту воду, чтобы замедлить процесс его затопления. Но счетчик времени останавливается тогда, когда участник дергает за спасительную веревку, которая открывает моментальный слив воды. Если он хотя бы на секунду замедлится, он может захлебнуться и даже утонуть. Поэтому ни в коем случае не повторяйте этот эксперимент дома. Это все выполнено профессионалами с большой, классной, серьезной подготовкой, с командой медиков. И главное, что пара, которая дольше всех продержится в этом кубе с водой, получит главный приз в 100 000 рублей. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Обязательно прямо сейчас нажимайте лайк за такие классные, интересные идеи. Мы очень для вас стараемся, поэтому не поскупитесь. Давайте наберем хотя бы 1200. Ну а мы начинаем. Блядь, на самом деле пиздец как страшно, потому что, во-первых, опять же, мы идем первые, а первые, блин, всегда комом. Во-вторых, я знаю, кто строил эту конструкцию. Ну, даже не выиграть, просто вылезть оттуда живым — уже приз. У меня есть сомнения по поводу этих вот штук, которые открываются в пробке, чтобы сливать воду. Они не откроются. Один шанс из 10, что они откроются. Все, участники, вы готовы? Нет. Я вам ставлю этот. Нет, ставлю вам шланг. Я хочу в гроб обратно. Перед вами секундомер, вы видите? Я вспотел весь, бля. 2, 3, давай. Ой. Блядь, как это, как в пиле. Ну. У меня все течет. Да, начнется, ребят. Ну, вот больше присоединяйся. Че, какие шансы у ребят? Не знаю, но я вижу, что Артур хлебает. Но она слишком быстро наполняется, мне кажется. Тем временем вы держите 1 минуту. Да, блядь, охуеть. Залезь, попробуй. Бушка текла. Блин, без стула вообще неудобно. Колени затекают. О, вообще тепло. Я отбился, блядь. Если сейчас слушать свое сердце, и придет. Самое страшное. Последний раз слышите свое сердце. Бейте, парни, что стоите. Ну, как и ожидалось, я слился со всем из-за тупой хуйни, из-за того, что мне немного попало воды в нос, начались у меня вот эти судороги, конвульсии, когда кашель уже начал появляться, уже у меня был, насколько я помню, рот уже был под водой, соответственно, как я мог там покашлять, я бы еще больше воды хапнул. Дернул за пробки, но я, насколько помню, не все сработали. Как и говорится, блядь, кто строил, такая хуйня. Ну да. Фигня и получилась. Людей просто хоронят в воде. Сам ты пуська, посмотрим, сколько ты просидишь. Вот я уверен, что ваша пара чмошников просидит намного меньше нас. Друзья, ну все мы дружненько знаем, что я, Кисулькин, боевая единица. И это будет просто, ну, легчайше. Я уверен, что я с этим так легко справлюсь. Единственное, что я вот не уверен в нем, потому что, ну ты посмотри на свою шею. У него шея. Братан, когда ты утонешь, я вот, блин, первое, что я сделаю, выложу к себе в Телеграм. Кстати, ссылочка в описании, обязательно подписывайтесь. Прямо сейчас, пожалуйста, поставьте лайк на видео. Во-первых, потому что мы, рискуем, очень сильно стараемся. А во-вторых, у нас есть крутая идея, где мы будем звать других блогеров вот в этот куб и будем их топить. И если вам нравится такая идея, давайте наберем 200 тысяч лайков на этом видосе. Вот реально, если 200 тысяч наберется, мы будем приглашать других блогеров и продолжим эту рубрику. Поэтому обязательно жмите лайк и также можете в комменты написать, кого вы бы хотели видеть в этом кубе. Блядь, даже в принципе просто дышать тяжело. Смочи голову. Ну, блядь. Как бы вы близко, ребятки. Дыхалки пиздец бывает, не бегаешь. Дышим-то лучше.
вторые участники говорят, что пить вообще не вариант. Я думаю, вообще с самого начала не тратить на это силы. Это решает, ну, пару секунд. Че, как, Сань? Что там с водой? Сейчас задерживать надо будет уже. Не, подожди, пока нос. Когда нос останется. Когда нос, уже поздно, надо ртом вдохнуть. Ух, рот выше, держи, надо ртом вдохнуть. Уши. Не, можно и носом. Носом хуёво не вдохнёте. Ну так, еще полторы минуты. Носом вдохнёте в последний еще момент. Все нормально, вообще. Главное, не нервничай. Ты меня слышишь? Да. Отойди, Влад, чуть-чуть. Вань, дыхай уже, все. Не, они уже все. Как в мавзолее, блядь. А как вы 4 минуты продержали? Я в максимальном шоке поднимался. А сейчас пустите. Вытекает, парни, даже заливает. Ладно, иди. Господи, какую... Что с тобой? Ты хлебнул? О, ебать! Хлебнул, что? Марк, Пуська, как я изначально и говорил. Да нихера я не Пуська, блядь, это... Пуська, ты... Да конструкция, дерьмо, потому что, блядь, я когда погружался в воду, я, блядь, боевая единица, когда все надежно и круто сделано. Пуська, пишите в комментариях, Пуська, блядь. А ты еще и бабки приграли. Пошел ты в жопу, Саня. Еще оскорбляет меня. Да и твой. На самом деле у нас по ханом есть тактика нормальная. Мы придумали. Это не дебильная тактика пить воду, типа, вот я не понимаю, о чем вообще чуваки думают, когда вам наливается в аквариум этот 100 литров воды, его максимум каждый по литру выпить. Они думают, что это, типа, реально повлияет как-то на результат, но это бред, типа, это дебилом надо быть. Секундомер у вас справа, готовы? Раз, два, три. Не 13 секунд, блядь, серьезно? И шансы на победу. У нас минимальные. Минимальные вообще. Вот. Вот такие. Нам главное продержаться 3 минуты. Я буду 4, рад. 4 минуты 8 секунд. Че ты как, Артем, что думаешь? Я переживаю за участников. Они очень долго. Они уже смотрели, 2 минуты держатся. 2 минуты. Вообще хорошо идете, очень хорошо. У вас было? А у вас? 4 на 7. 4.07. Давайте, ребята, вам надо хотя бы 4.08 продержать. Стойте рядом со мной сейчас. И рядом с Гошей. Справа, там посмотрю. Бля, так неудобно встал. Говорю, раньше не главное. На телефон встал. Сколько у тебя? Напряженно, да? Вниз одной пробки очень убивалась. Держимся. Что вы чувствуете после того, как вы, блядь, отсидели там? Что можем чувствовать? Разочарование полное, потому что я чуть-чуть, даже не чуть-чуть, я очень, блядь, сильно перенервничал, потому что я слишком рано, будет видно, ушел под воду. Зачем это сделал? Хотя Гоша еще мог бы сидеть минуты две. И думал, я сейчас буду видеть таймер, открыл глаза, нихуя не видно было. И то есть я на шару просто выскочил. А вообще это на самом деле интересный опыт. Я бы повторил на самом деле, потому что, не знаю, может не с паханом теперь? Вот я и выиграю в следующий раз. Ну, посмотрим. Так что, как уже говорили, ставьте лайки, наберем 200 000 лайков, снимем продолжение, будет, я думаю, еще круче. Я, честно говоря, вообще не волнуюсь. Я тоже. Все участники реально допускали просто фатальную ошибку. Да, мы уже, в принципе, можем сказать нашу тактику. У них вода еще вот была посюда, они уже начинали нырять. Да, у них нос
блин, торчало, мне зачем. Короче, наша тактика просто заключается в том, что мы будем держаться до самого конца. Я вообще думаю, что я типа смогу вытянуться настолько, чтобы ну дышать спокойно. Ты жираф, блять, ебаный. Ну, я волнуюсь только, что вот мы договорились, если панику не словим и не уйдем, вот как все остальные под воду рано, то все должно быть нормально. Я думаю, мы справимся. Я думаю, мы победим. Да. Вам не страшно? Нет. Ребята, вы последняя пара участников. Рекорд первой пары не побит, если вы сейчас побиваете рекорд. Какой там рекорд? 4.07. Если вы больше 4 минут 7 секунд продерживаете, вы забираете 100 тысяч рублей. Я пить хочу, наливайте водичку. Давай. Пошла. Кайф? Тут говняная вода идет. Артём, попей. Ребята, боремся. Артём пьёт, тихо. Лучше тащить это пить. Можешь уже не пить, я думаю, это уже не играет. Только дышим спокойно, и всё заебись. 2 минуты мы уже держимся. Нам буквально 2 минутки еще и все. Мы при лаве кайфуем ездить. Уши заложило. Не, у них пока еще достаточно много. Артём, не погружайся, все нормально. Вам нужно держаться, ребят, но до носа прям. Сколько времени? 3 минуты почти. Три минуты, Ром. Вам нужно до носа, держитесь прям до носа. Бери 16. Что подой? Артём погрузился. Нахуя он погрузился? Ему осталось 20 секунд. 10 секунд. 10 секунд. 10 секунд. 10 секунд. 10 секунд. 10 секунд. 7. 5. 5. 4. 3. 2. 1. Все, есть. Все. Easy money game beat. Это было просто. Это было охуенно. Ребята, мне очень жаль, но ваш рекорд по итогу побили. Бабки вы забираете, я вас поздравляю. Честно, заслуженно, поделите пополам. Ребята, а вы обязательно ставьте лайк на ролик и обязательно посмотрите вот этот видос. Вот эту пушку! Он охрененно интересный. Там еще все намного жестче. Кликай!